Это будет горлышко. Жидкий цемент. Тряпочки. Этими тряпочками обклеиваем всю бутылку вместе с горлышком. Я специально взяла бутылку с такими, ну, неровную. С такими вмятинами. Если, конечно, дольше ковыряться, но вот мне захотелось. Так обклеиваем всю бутылку. Ну вот. Подсохло. Теперь чуть погуще цемент я развела. И еще раз промажу.
так со всех сторон. Промажу и пусть еще посохнет. Бутылка наша высохла. И что я буду делать теперь? Я развела цемент. Такой густоватый. И высыпаю туда бисер. Разноцветный. Ну, я думаю, да, что такого вы еще... Декора цемента, наверное, не видели. Посмотрим, что получится. Ой. Ой-ой-ой. Так. Иногда в голову приходят такие идеи. Что сама удивляешься. Сейчас мы ее размешаем. Так, и теперь кисточкой я буду это наносить. Бутылку намочить нужно. Так вот. Так, вы, наверное, уже видите, там бусинки. Дело в том, что у меня пропало видео. И мне приходится повторять. Хорошо, что бутылка с одной стороны была еще не сделана. Часто такое бывает. Нужно быть внимательнее, не торопиться. А я торопыга. По сути, по своей. Так, сейчас. В общем, короче говоря, наносим всю эту массу. И сушить. Всей бутылки. Самое главное, не забудьте намочить бутылку, потому что на сухое потом цемент не пристает, отвалится все.
Ну что же, бутылка высохла. И вот что я хочу вам показать. Что я сейчас буду делать? Я беру шкурку. Видите, что получается? То есть все эти бисеринки, они начинают проявляться. Ну, я попробую еще. Надо будет, конечно, поработать. Ну, интересно, что получается. Мне нравится. Это необычно. Ни у кого такого нет. Да вообще интересно, когда что-то своими руками. Ну, в общем, я пришла к выводу, что, конечно, покрупнее они как-то лучше смотрятся. Хотя и мелкие тоже неплохо. Вот это вот разноцветие. Ну, а как вам? Надо, наверное, более яркие. Не знаю. Вот. Но мне-то, собственно, я и добивалась этого, чтобы она была, с одной стороны, брутальная такая, грубая, цементная, и в то же время вот такая вот необычная. Ну ладно, доделаю. Красить я ее не буду. Я ее просто, наверное, лаком покрою, чтобы бусинки эти не теряли свой цвет. Вот такая ваза у меня получилась. Мне нравится ее фактура. Она, видите, у нее такая форма, ее вот здесь удобно брать. Единственное, что меня не очень удовлетворило, как вышел этот бисер наружу. Я думаю, что в следующий раз надо все-таки попробовать более крупные бусины. Потому что весь этот мелкий бисер потерялся где-то в глубине цемента. Но фактура мне нравится.
Кому понравилось, ставьте лайки. Спасибо всем за внимание.